Джорджия, Жумбер Бенатсе. Сегодня у нас на обзоре представитель российской команды и триумфатор весовой категории до 73 кг – это Махмадбеков Махмадбек. И сейчас вы видите на экранах второй раунд против представителя Грузии Джумбера Меладзе. Попался молодой грузин на вот такой вот прекрасный прием. Провел удержание россиянин и заработал в азаре. В последующем моменте за минуту 30 до конца Махмадбеков исполняет бычок на Вазаре и проходит в четвертьфинал, где его ждал вот этот парень Гейдаров Хидаят, очень сильный, очень техничный и опасный азербайджанец, который занял третье место сегодня. Эта схватка была самой интересной за этот день в этой весовой для меня лично. Очень упорно боролись, равная борьба была. Нужно отдать должное обоим спортсменам, что выдержали такой темп и показали настоящее не пассивное, а настоящее активное дзюдо. Схватка перешла в Golden Score. Как обычно это бывает, когда интересные соперники открытые, когда пытаются бросить друг друга много раз, схватки перетекают в Golden Score. Ну и как вы понимаете, Махмадбек Махмадбеков выиграл эту схватку его таким интересным приемом. Сначала он зашел на бросок через голову на Йокоту Моинаги и сразу же из этого положения провел бросок через бедро на Ипон. Так сказать, отработал ситуацию до конца, как это и нужно делать, как этому и учат. Переходит из четвертьфинала в полуфинал, где его ждал бронзовый призер Олимпийских игр, представитель Монголии Цендо Чирцотгбаата. Ну, эта схватка была не очень яркая по сравнению с предыдущей, но было на что посмотреть. Цендо Чир, кстати говоря, тоже занял третье место. Интересная была встреча, тоже активная. Насколько вы знаете, Махмадбеков любит побороться в партере, любит делать болевые приемы, перевороты, очень у него это хорошо получается. Очень интересный персонаж. Я думаю, в России это будущий первый номер, первый выбор в этом весе. Неплохой дзюдоист, который может заменить Ярцева, который уже много лет борется в этом весе. Но Махмадбеков проводит вот такой бросок через голову, зарабатывает в азаре. И здесь попытка провести Оучигари, но безуспешная. И добивает Цендо Чира броском через бедро, накатил. И выходит в финал против японца, который весь день сегодня показывал прекрасную борьбу, бросал всех направо и налево, но в финале как-то очень много пассивничал. Ну, начал, как говорится, за здравие, очень ярко начал. У Йоши вот таким вот подхватом подарил красоту нам, но Махмадбеков быстро навесил 3 шидо японскому своему сопернику и впоследствии был дисквалифицирован японец за 3 нарушения. И Махмадбеков Махмадбек, представляющий российскую сборную, занял первое место, выиграл золотую медаль весовой категории до 73 кг.